Доброе утро, вы на канале Черничный хутор. Почему мы так одеты? Нам приходится ехать в город. Работа с плиткой стала на месте. У нас нету зеркала, нету силикона, нету пены, нету уголков. Нам надо вырваться в город, это все купить. Но в любом случае, пока нас не будет, плиточник будет работать, ребята будут работать. Так что нам надо ехать. Гулять, всем гулять, пошлите гулять. Пошли, пошли, пошли. За ночь даже прохладно было, поддон не замерз, не застыл. Все, тогда мы уезжаем, Федор остается делать. Конечно, не скалить. Да, работа не станет, вот так вот, да. То вам это, ребята, я еще не успел уехать, вы уже эту работу сделали. Почти. Я приеду с газонной травой, мы будем садить ее здесь, да? Надеюсь. Что ей надо написать? Реконструкция не возможно. И подпись, да? Не возражаю. Там уже можете поставить, что хотите. Все, написали заявление на котел, электрокотел. Мы заехали только что в сельский совет. Написали заявление на электрокотел. Если нам разрешат, то мы поставим электрокотел, отдельный счетчик на этот электрокотел. И там совсем другие тарифы на электричество, то есть намного-намного дешевле. Просто у нас в лесу понятно, что газа не будет никогда. Но может быть у нас получится электрическое отопление сделать. И тогда нам будет намного-намного дешевле, чем сейчас мы это делаем. Даже и печки не надо будут. Ну посмотрим, месяц, через месяц только дадут ответ. Ну дает ответ, конечно же, Брестские энергосети. Все, что от нас было, это мы сделали, что от нас зависело. Все, едем в город. Наше путешествие продолжается. Взяли такой обогреватель электрический. Мы его поставим в ванную. Для чего? Топоры, кстати, сделали. Может, положи его. Обогреватель. Ванную, скорее всего, уже через недельку-две, уже, я думаю, будем попробовать мыться. Там прохладно, а теплые полы уже будут работать, но включать теплые полы месяц нельзя, потому что плитка полопается. Поэтому пока с обогревателем будем мыться. Поехали. Это вот это надо. Девяносто пять. Один метр и 5 миллиметров. Все правильно. Здравствуйте. Оно, оказывается, такое большое, я не ожидал вообще. Ну да. А на улице тоже вечереет. Да, друзья, в общем, потемнело. Не доехали мы сегодня до хутора. Ролик сегодня не снят. Конечно, все купили. Много всего. Зеркало, то, что хотели, мы купили. Но так и вечер пришел. Вечереет рано сейчас, конечно. Ничего не успеваешь сделать за день. Все, едем мы к дому, подъезжаем. В темноте. Собаки нас встречают. Придется два ролика в одной серии объединять. Мы так редко делаем, но сегодня реально ничего не сняли. Были в городе. Только вошли в дом. И что мы видим?
И с этой стороны уже положена плитка. Все. Сюда мы купили зеркало сегодня, вот сюда. Да, оно такое большое. Ну, кажется, на стенке чуть-чуть, а когда его купили, оно огромное. Угу. Да, и маяки выставлены, видите? Обязательно просят показать. Может, не лезть туда? Вот так вот будет под уклончиком. И отсюда тоже уклончик. И сюда все идет. А здесь уже будет плиточка лежать вот так вот. Каждый день новый этап работы. Все. Да, нужно топить, чтобы это высохло. Да, сейчас будем печку топить. Все. Здравствуйте. Ну, вчера вы вроде нормально подсыпали. Я купил травки, посажу это сегодня. Сейчас на гектар, погнали на гектар. Я думаю, еще 2 дня есть вот таких усилий на гектаре, и все, с ним будет покончено. Я не знаю, что делать. Дик, отвали. Новое. Федор, мы ему подарили поросенка, он взял нам и привез гуся. Живого. И что с ней делать? Он говорит, закоптите ее. Шипит. Может, она будет у нас жить? Фодик. Ой. Ой. Давай крылья обрежем. Не, ну куда же? Он ее специально для копчения привез. Капец. Обрезай крылья. Ага. Не бойся. Биться будет. Пускай посидят. Что не знаю, что с ней делать. Надо придется действительно щипать. Посеем траву, конечно, на зиму никто не сеет, но мы как-то в прошлом году как выкопали пруд, садили. Если не будет холодно, то она взойдет. Да, сейчас если не будет морозов, то и нормально будет. Ну, весной еще раз посеем, пока не успели синки это все разнести. Челка. Дик, нельзя, не подходи к ним. Мы опять всю солому заложили, и вот они опять что делают. Эти козы невыносимые. Все, опять все сняли, отодвинули эти доски. Как они это делают, я не знаю. Ну вот, вот такой поддон для душевой кабины. Уже он выведен, более-менее видно. То есть здесь стек идет вот сюда.
от стенки тоже уклончик. Вот. И почти уже можно уже выкладывать плиткой. Вот он чуть-чуть выше будет, но здесь еще плитка ляжет. То есть здесь дверки открыл, шаг вступил, зашел. На 18 сантиметров выше уровня пола. Можно, конечно, в уровень пола делать, можно выше сделать, можно, ну, кому как удобно. Мы сделали примерно так, у нас так получалось. Кирпич и пол кирпича. Вот. Я что хочу сказать. Вчера мы с Валюшей поехали за одним вот сюда светильником. Таким длинным бронзовым. Его в итоге не нашли и купили два царских. Ну, купили в один цвет с плиткой уже. Но если вот так будет висеть возле зеркала, аж нормально, вот если ровно в центре. Потому что тут уже будет не то. Это то же самое, что на потолке. А так вот я встал, вот так вот, и в зеркало. И тут второй будет такой же самый. Пойдет? Да. Ну. Потому что, ну, как бы можно здесь, здесь, как бы не то будет. Просто у меня центр головы здесь. Ну, чуть-чуть ниже, вот так вот. Ну, считай, напротив лица. Пойдет, да? Вот здесь крепим, Валюш? Угу. Ну, как они? Ну, как бы под плитку подходят, да? Пусть угу. Не бронзовые, но бежевые, нормально. У нас как раз смесители вот с такими штуками блестящими. Смотришь, не выгадаешь. Злата не подпускает Гиге. Валюш, почему нам плиточник Федор привез гуся? Я не знаю. Я знаю, потому что мы ему подарили поросенка, и он покушал наши утки с этого. И он говорит, я вам гуся привезу в коптилку. Угу. Просто он привез живого. Да. Будешь голову отрубать? Я не смогу. Я должен? Угу. Может, не надо? Хутор же не резиновый. Смотри на Дика. Ну, подопечный новый появился. Это гуска, это девочка. Но. Гуска, гуска, гуска. Гуска, гуска, гуска. Сейчас ей дадут кучу кличек. Я вот даже если сейчас спрошу, да, ну что, ее скушать или назвать как-нибудь. И 99% что напишут? Назови ее Серушка. Пускай живет на хуторе. Гуси это очень выгодное мясо. Надо разводить. Ну хутор же не резиновый, что такое происходит? Дик уже голову высунул. Это гуся, моя гусыня. Мое мясо. А уже ты видел, что делают эти с твоими семенами, малыши наши? Уже грызут мои семена? Да, уже копают. Я с пацанами доделаю гектар, и мы с ними перейдем. Вот они сидят кушают, кстати. И мы с ними перейдем делать забор вокруг дома, плетень. Потому что у нас возле дома будет бардак, пока не сделаем этот заборчик. Да. Там мягенький песок, и они туда идут. Так что, будешь щипать гуску? Нет. Вот когда Дик к нам пришелся, я написал, вот возьмите хоть кто-нибудь. Было подписчиков 50 тысяч, никто не предложился взять, да? Да, да. Дико себе. А свинью даже не писали. Говорит, оставляйте себе. Сейчас и гуску напишут, оставляйте себе. Гусей нам не хватало.
сарай. Откормим тебя. Откормим и потом съедим. Это маленькая. Куда я тут? Иди. Она молоденькая, она июльская. Вот так сказал? Да. Иди. Иди в сарай, иди. Да пускай гуляет здесь. Нет? А если дикую схватить? Да, ну. Ну, дико она не сильно интересна, ей бы ягненка ему. Да, да. Давай ведем, пускай ведет. Она у нас воспитана. Заходи. Заходи. Иди ко мне. Иди. Боишься? Иди ко мне. Иди. Заходи. Заходи. Молодец. Ты видишь, у нас гусь есть? Сам боишься этого гуся, да? Ага, боится, видишь? Когда ворона летит, то они за вороной сразу, да? Да, он понимает, что это наше, и все. Он сразу понял, да? Но. То есть понимает, что гусь наш, все. Видишь? Ты наш гусь, Дик. Ну как наш? Это наше мясо. Это наш гусь. Дик, нельзя. Дик, нельзя. Но ему надо понюхать, ему надо понять, что это наше. Федор, что нам с гусем делать? Подножка. Она реально июльская. Она мягенькая будет. Или гуся ей прикупить? Ну, видишь, это смесь непонятная. Линза там, смотрю, есть. Серая. А они садятся сами? Вот ее родители сами садились на яйца или нет? Я яйца покупал, у меня уже не было. А, это купленные яйца, да? Да. Ну, вроде бы серые сами садятся, вроде они бы. Они все должны. И эти датские люгарцы тоже. Да. Смотри, траву ест, о, щипает. У меня были один год серые, так они сами сели. Нанесли 20, наверное. Но было 3 гуски высота. Купил гусака однолюдь. Купил следующего опять однолюдь. Только с одной гуской. Яйца не заливают. Мы если купим гусака, он будет однолюбом, то мы ничего не потеряем. Или съесть его. Или его лиса съест. Хороша задача. Смотри, сразу корыто знает, где корыто, да? Но. Это воды. Воды, но. Воды хочет. Потому что он мне тоже на улице ставит. Где, ходи на улице. Ходи на улице. Ножницы поддал. Выходи, сейчас дам. Корм жрёт. Федор сегодня уехал пораньше, ну ничего страшного. Вам вот скажите, вам когда-нибудь плиточник дарил гуся? Нам дарил. Вот. Сегодня он и так много сделал, этим занимался, зеркалом занимался, откосом занимался, то есть даже не было времени на плитку ложить. Откосы сделали так, как надо уже здесь плиточка влезет, а то у меня не влазило. Переделали снизу. Смотрите, кстати, как углы зарезают. Под 45 градусов. Вот. То есть мы об этом с ним даже и не договаривались. Я бы мог просто вот так вот плитку положить, две и все. То есть, ну, делает все качественно, я это все сразу вижу. Как бы действительно плиточники отдельно берут за поддон, отдельно берут деньги за мозаику, отдельно за фрезы, а отдельно наш плиточник... за дырки. А нам гуся подарил. А нам наш плиточник кабанами возьмет.
Да, ну как бы все, нам всегда все дарят. Не знаю, почему нам все дарят, кстати. Ну? Кстати, нам надо прямо сейчас ехать на почту. Нам пришла посылка из Германии. Мы не знаем, что там. Просто когда нам дарили, нам сказали, для вашего будущего проекта. Какой у нас будущий проект вообще? Что вы собрались вообще делать? Какой у нас будущий проект? Поедем посмотрим, что там. Вот, Ваня, а то ты такого пенька оставил. Это я в следующем году позову косилку, трактор. Он здесь мне свою косилку оставит. Так что надо вот это вот все ровненько, чтобы у меня был лук. Вот. Ну что, пацаны, заканчиваем? Ну, там осталось что-то. Завтра начать и закончить, да? Уже в обед даже закончим. Там в конце только. Ну, та же самая жесть осталась. Пошли глянем еще. То есть, Ваня, ну, так осталась просто самая ерунда. Просто здесь больше всего кустарника, но осталось тут реально 10 соток просто самого-самого тяжелого, да? Да, за день мы завтра завалим, правда? Эти ветки все поутаскиваем, и будет у нас гектар наконец-то идеальный. Так сюда теперь уже любая косилка заедет. Ну, любой трактор заедет. А так он бы сюда не въехал. Все, завтра последний день с гектаром. Да. Потемнело, пацаны, да. Я вас везу домой, а сам еду за гусем раз. И за посылкой два. Погнали. Сейчас из этих гусей один попадет в рай. Ну, а может, в лисьи зубы, не знаю. Иди. Как будем сейчас определять, где мальчик? Ёпрста, сколько их тут много, а? Так они крупные такие, мне надо маленького, потому что у меня гуска маленькая. Это как лебеди какие-то. Ну, наконец-то едем домой. Гусака купили. Посылки полюлучили. Вот одна посылка, вторая посылка. Гусаку голову с мешка достали, везем его к девочке. Понесли гуся. Гусик. Не бойся. Здоровый еще конь. Угу. Как лебедь. Пошли. Я знаю точно, что этот гусь ни разу в жизни не видел серых гусей. И он сейчас просто выйдет и подумает, что это какая-то утка у него. Какой он огромный напротив нее. Ну-ка, разговаривайте. Вот это вот. Как она к нему выйдет. Все? Как в фильме, один белый, один серый. Два веселых гуся. Я, друзья, не знаю, что с этого получится. Может, это будет даже лисий обед. Но что-то жалко было ее в коптильню пускать. Пришлось ехать за гусем. Ну, посмотрим. Что будет, то будет. Как получится, так получится. Я тут надежды не питаю, что я их разведу 100 штук. Ну, пускай ходят так вот чисто. Может, их вообще Найда задавит, не знаю. Да, может, Дик задавит, мы не знаем, что дальше будет с ними. Ну, пускай попробует пожить. Видишь, как белка заглядывает. Белка думает, еще гусей нам не хватало. Самим места мало, хутор не резиновый. Ну так, подари кому-нибудь поросенка. Гуляйте. Нам надо сокращать поголовье, я не знаю, а мы почему-то еще его больше делаем. Какой он большой, она против него, самец. Он порода такая. Но она еще июльская, да? Да, она еще маленькая. Подрастет, может. Слушай, а что надо? А, еда, вода у них есть? Да. Ну пошли, утро вечером мудренее. У нас и поголовье. Все растет и растет, и растет, и растет. Белка. Привезли каких-то гусей из него ни одних, да. Моя белка. Белочка. И ягненок вот среди уже кайкос и овец, какой большой. Да никто его не обижает. А его никто и не обижал. Слышь, ну, ей уже надоело быть целый день одной, она наоборот, она сама к нему пошла. Не он к ней, а кстати, знаешь, какая порода? Какая? Французский
Тиман. Тима. Французский Тима или французский Тимон, что-то такое. Ну, большие, большие. Ну. Он еще и молодой, да? Да, это этого года какой лебедь. Угу. И причем там их было, наверное, штук 100-200. Он еще, наверное, жил впроголодь, он еще и он такой вот большой. А если бы ему всего хватало, он бы вообще как коза был бы. Пошли посылку вскрывать. Пошли. Дорогие друзья, перед тем, как вскрыть вот это все, мы посмотрели статистику видео нашими подарками. У нас есть видео, которое называется «Подарок из Англии», «Подарок из Германии». И знаете, что по статистике? Обидная статистика. Если мы просто видео скидываем, просто обычное видео с хутора, оно набирает 98-99% лайков. А с подарками вы набирает 96% лайков. Потому что... Ну что, почему? Потому что. Потому что где-то все-таки, вот когда вы нам шлете подарки, нам все равно завидуют. Вот эта вот статистика, она вот просто вот проверьте. Подарок из Англии, подарок из Германии. Все видео наши 98-99% лайков. Вот как подарок 96. Ну, как бы, ну хорошо. Может, мы неправильно принимаем поэтому столько дизов. Ну почему? Но это, мне кажется, это обычная зависть. Поэтому, ребята, все-таки пореже, пореже. Старайтесь не присылать нам подарки. Нас ненавидят из-за вас. Но мы очень, конечно, благодарны, принимаем их. В общем... Высылайте, высылайте. Пусть завидуют. Валюша. Ох, и вредная. В общем, это подарок из Германии. Подписчики наши, они когда-то жили в Казахстане, переехали в Германию. Со мной все время списывался Владимир, фамилия его Вебер, а жена Зарина, и у них два сына. Одному 17 лет, а второму поменьше, один такой, как почти как Ванька, Максим и Александр. Вот они решили выслать подарок, я тоже спрашивал, что там. Мы хотим вам сделать сюрприз. Да, уже вот интересно, что... Ну, как бы это еще интереснее, конечно, что нам, что вам. Мы не знаем, что там, да, с Германией. А что там, сказали, для будущего вашего проекта. Поэтому сейчас вот скроем. Здесь понятно. Здесь вот, здесь больше всего понятно, потому что здесь нарисована вешалка. Давайте с нее и начнем. А для проекта будущего... Я говорю, а какого будущего проекта? Конечно, конечно, мы 100 раз говорили, что мы будем строить и беседку, и баню. Ну, конечно, это не сразу так близко. Мы стараемся, видите, сами уже и людей нанимаем, чтобы это все было быстрее. Вот, ну посмотрим. Вот вешалка, интересно. Вешалка какой-то фирмы Собей. Собей. Вот. Ну, немецкий подарок. Мы списывались в Инстаграме, не с самого начала наш подписчик сказал, что недавно начали, но уже пересмотрели просто все сразу залпом. Вот, и вот решили выслать подарок. Так, это вешалка из дерева, из дерева. Мы, как всегда, сейчас как аборигены, сейчас не можем понять, где и что. И что куда. Что куда. Так, лучше на картинке смотреть, на сразу инструкции. Это такое легкое дерево, наверное, какое-то бамбуковое, да? Сейчас просто все с бамбука делать такого. Так, как оно там нарисовано? Вот так вот сверху. Вставляется, вот. Нет? Вот как-то вот так вот должно быть, да? Нет, мне кажется, сзади. Подожди. Оно должно или... быть. А, вот так вот. Вот. Смотри. Скорее всего, вот так вот. Вот. Вот такая вот вешалка интересная. Да, да. Так? Ну, как бы на рисунке так показано, да. Наш дизайн, наш дизайн. Если бы нам подарили, конечно, пластмассовую, нам бы пришлось, даже не знаю, что делать. Да-да-да. Да, а тут, ну, как всегда, нас смотрят, это наш дизайн. Наши подписчики все знают, что нам надо, да? Это как, ну, Собей. Ну, это какая-то фирма хорошая, это не то... Ой, она такая гладенькая, да? Да. Угу. Вот.
Спасибо. Две посылки, а вторая, на второй я вам расскажу сразу. Вот смотрите, я уже посмотрел. Написано так. Конфеты, принадлежности для сауны. То есть проект, получается, наша баня. Нас торопят. Подгоняют сюда. Делать фундамент хотя бы в бане. Я не знаю. Ну вот что можно принадлежности к бане? Что да, вот да, можно? Да. Вот вообще, Валю, что? Я не знаю, это целая упаковка. Что может быть? Сейчас нам Дизов под эти видео, как всегда, налепят, потому что уже как-то написал уже кто-то вообще, что вы попрошайки. Ну, народ, ну ни разу в жизни не попросили. Не надо нам слать. Ну, честно, все блогеры реально хорошо зарабатывают. Тем более с такими просмотрами, как у нас. Не отказываемся, ну, потому что, ну, действительно приятно. Вы посмотрите, вот сейчас такие вещи, вы сами балдеете, да, когда мы балдею. Я балдею от того, что такие вещи сам не купишь. Даже, может, если бы ты их даже видел, но пожалеешь деньги. Тут надо было целый ролик снимать, а мы вот начали. Что это? Вот это что? Это что? Слушай, если это все изучать, то реально целый ролик уйдет. Ой. Это на окна клеится, да? Да. Это наклейки на окна? Наверное. Класс. Покажи. Ну, наверное. Класс. Так, знаешь, такая ностальгия. Вот уже вот как будто сейчас будет Новый год, да? Weihnachtsfesterbilder. Наклейки. Я не знаю, что. На окна, я думаю, наклейки. Warnung. Но мы потом почитаем, да, куда они клеятся. Ой, куда почитаем, уже в комментариях ты почитаешь. Да, ну здесь. Да. Напишите, куда их клеить. Подожди, и дальше как опять деду. О. Все к Новому году, класс. Это шоколадки какие-то, да? Шокололи. Да, это... Да. Это конфеты на палочке. Конфеты на палочке. Дальше давай. Валюша, ну что? Не балдей, мы отказываемся от подарков. Хватит нам слать подарки. Ну вот, ну вот. Только конфет всяких. У нас да. Такого у нас не такого продается нету, честно. Да. Посмотри, какое оно тяжелое, пудровое. Mm. Ну да. Марзипан брод, брод ананас какой-то. Спасибо. Ну я думаю, это очень все вкусненько будет. Мы вообще любим покушать, да? Карамель вафлен. Вот. Такие у нас продаются, ты любишь такие. Да, я такие очень люблю. Смотри. Они знали. Класс! Это Дику мячик. Класс, Дику мячик. Мячик Дику. А ты знаешь, что... Какие они молодцы вообще. А, так тут написано Дику. Дику, теннис бацшу. Класс. Так, немцы нас, конечно, валят, конечно. Немцы перебьют все рекорды. Как и класс, вообще, обалдею. Вы такие все классные, да? Дик будет сейчас. Это а он такой... к сауне точно. Подожди, к сауне потом. Саундхаур. Это что у нас? Это... Опять такая большая посылка, это да? Это к сауне. Ага. Это давай, надо было отдельно брать, снимать ролик. Ну ладно, уже будет этот длинный. Вот это вот, наверное, тоже. Подожди, давай сначала сладости. Все, ну это давай, опять, доставай наверное, сладости. Да, все. Самое, да, горяченькое на потом. Давай. Смотри, Беларус. Вот походу, раз вот это вот передернули. Его доставали, значит, это, да? Достали, посмотри, наверное, просветили на рентгене. Угу. Открыли, значит, посмотрели, там что-то ценное что было. Это. Да, вот именно вот это. И закрыли назад, видишь? Угу. Что здесь? Такое маленькое, легенькое. А, это в баню, да? Да, термогидрофон. Да, ага, деревянный, ага. Все. И тут вот, да, показывает температуру и гидрометр, влажность. Угу. Сауна. Угу. Ну вот это вот надо было, это можно вскрыть, что это такое. Что это, вот интересно. Народ, вы нас заставляете сауну строить. А я так балдею, так люблю посылочки. Давай. Это у нас получается сладости. Это Ваньке, да. Ванька любит. Это такой. Обратно сладости. Это все Ваньке. Так, это Валя для того, чтобы ты в печке, да. Кокосовая стружка. Это для выпечки. Да, угу. Для выпечки.
Тут тоже конфетки. Это вот, мне кажется, вот это вот только вот это достаем, вот это дизлайк. Вот это обратно дизлайк. Это миндаль. Мандельн. Вот это что? Это в бане что-то, да? Покажи. С таймером. Таймер. Друзья, простите за нарезочку, почему-то у меня камера всегда на 10 минут снимает и потом выключается. Поэтому нарезка. Ничего не заглядывали, ничего не знаем. Вот второй миндальчик. Пошли дальше. Вот такой снеговичок. Это под елку. Под елку, да. Вот такой вот с морковочкой. Новый год, да. Уже все такое новогоднее. Еще нам полтора месяца. Так, вот это вот опять вот этот тяжелый батончик. И повторяемся. Вот такие вот сладости. Это все Ваньки. Ванька змейки будет есть. Так, вот это вот. Вот это сладости. Вот такие вот. Всякие, которых у нас нету в Беларуси. Всегда. Дику. Ну, нарисован, да. Мы, короче, завтра, когда выпустим гусей, да. Скажем так, Дик, отстанет гусей, вот тебе игрушка. Да. И пускай носит. Правда, найдем мы потом через 3 километра от хутора. Вот. Он любит эти Дик игрушки? Дик будет счастлив, он обожает это все, да. О. Что там? Будем читать. Давай, если ничего лишнего... Здравствуйте, Дима, Валя и Ваня. С большим удовольствием смотрим ваш канал. И вот решили для вашего будущего проекта, то есть строительства бани, отправить вам посылку с предметами, которые будут полезны для бани. Будем с нетерпением ждать, когда вы начнете делать баню. Также высылаем вам немного сладких гостинцев, но так как у вас диета... Все они достаются Ване. Да, мы пока дошла посылка, мы сели, мы с диеты ходили, это слезли. Про Дика мы тоже не забыли, про его страсть к мечам, поэтому шлем и для него подарочек. Пользуйтесь с удовольствием этими предметами. Желаем дальнейшего развития вашего канала и всех благ. С уважением, Владимир, Зарина, Максим и Александр. По скриптум. Вешалка для бани. Не поместилась в эту посылку. Она придет дополнительно. Да, вешалка пришла даже немножко раньше, чем это. Вот это задержалось на таможне, наверное, вот даже вот из-за этого штуки. Но мы забирали, ну, как бы забрали все равно не в один день. У них там, наверное, там день был разницы, но мы с почты забрали все в один день. Фу, спасибо, Владимир, Зарина, Максим и Александр. Вообще красиво. Да, спасибо. Особенно Дик будет счастлив, да? Мячиками. И Ванька будет сладостями. Так. Ну, дальше показывай. Вот это там. Я не знаю, что это. С таймером. С таймерач. Не знаю, что это. Ну, посмотрим. Это нам скажут подписчики, что это. В резетку вставляется. Может быть, ты заходишь в баню и там нажимаешь чух 3 минуты. Я хочу больше 3 минут сидеть. Может быть. Ага. Может, это для бани. Может быть. Так. У нас остается 1, 2, 3. И это большая 4-я, да? Вот это большая тяжелая штука. Так, все? Все, да. Давай с этих. Давай самых маленьких. Маленьких, да. А большие оставим. Маленьких. Самое горячее на потом. Так, вот это вот. Смотри. Тут уже на картинке все понятно. Все натуральное. Деревянная массажка. Ну давай, доставай. Доставай. О, так оно еще в деревянном ящичке. Ну, вот как там показано, вот. Все. Да. Вот для бани такая штучка. Да, оно и запечатанное. Все, пока не сделаем баню, пользоваться не будем. Ё-про-сипе. Все для бани. Так, это сюда. Осталось 3. О, часы в баню. Деревянные. Покажи, они такие толстые, да? Покажи. Да, прости, я пока сам не налюбуюсь, никому не покажу.
Вот, они деревянные. Вот. И тоже для сауны, потому что здесь вот кто-то, какой-то мужик мылится. Да? Вот, они из дерева. Ну, придется сауну скоро строить. Ну, мы да. еще дом не достроили. Ну, да. надо будет. Заставляют. Так, это часы. Это что? Это на потом. Это вот это тяжелое самое. Вот это чуть-чуть полегче. Ты видишь, это все не скрывали, а там скрыли. Может, они все вскрывали, просто вот это не открывал никто, видишь? Ну, это можно. Валя, ты что так смеешься? Это замачивать веники, да? И поливать этим, да? Ну да. Ну я доставай. Бы, конечно. Я бы, конечно, метку хапнул этой ложкой. Метку? Вот. Это сюда, наверное, веник замачивать. Да-да-да. Смотри, чтобы его не стянуло. А, может он вот, пластиковое, наверное, чтобы его не покоробило. Да, вот так вот в пластике. Вот. И получается, здесь веник замачивать и чесноком не поливать. Да? А здесь что? Как вы думаете, что? Не знаю. И я не знаю. Даже не могу догадаться. А, вот это часы. Вот это когда реально зашел. Зашел, да. Поставил. И сыпется. Сыпется. То есть 5-10-15 минут. Да. Так. Так, все такое нужное, да, такие классные. Ой, нужное. Баню кто будет строить? А все, я уже знаю, что здесь. Я знаю. Вот. Полочка? Да. Или что? Полка. Полка, да? Да. Полка. Полка такая интересная, чтобы все туда хранить в бане. Все деревянное. Такая же, такого же фасона, в таком же стиле, да, в таком же стиле, как и этот, та вешалка. Только это не бамбуковая. Ну, не буду собирать. Не буду ее собирать, да? Да, давай я покажу, какая она там на этом. Да, все красиво сделано, металл, дерево. Все такая, как... Спасибо, все такое нужное для бани, да? Все для баньки. Спасибо. Значит, баня. Будет баня. Вот. Вот да. Она такая интересная. Здесь 2, 3, 4, 5 вот таких вот этих. Для будущей, вот для будущей бани. Видите, живут в Казахстане, приехали из Казахстана, живут в Германии, а по-русски пишут, потому что кто мы? Все с Советского Союза люди. Все славяне, да? Фух. Спасибо. Ну что? Очень богатая посылка. Спасибо да? вам от нашей семьи, вашей семье. Спасибо большое. Подписчикам хотел сказать, не ставьте вы нам уже дизлайки. Ну мы ж не виноваты, что нам высылают подарки. Вот. Вообще, ну как бы плохим комментариям. Ну пишут там, да, плохие комментарии вот как бы из-за хороших наших подписчиков. Кто-то пишет, вот, Дима, вы тут наняли людей. Ну... Народ, ну как бы мы ж не обычный сельский канал. Мы ж хоть, у нас как бы не просто даже сельский канал. У нас восстановление больше идет хутора под усадьбу. Один человек это быстро не потянет. Это будет просто, если один человек этим будет заниматься, это будет просто вся жизнь. Вы готовы ждать это всю жизнь? Конечно, я историк, я не строитель, я не все умею делать. Мне нужны помощники. Всякие каналы есть. Кто-то завел тоже канал и вообще ничего там не делает. Кто-то завел сельский канал, завел 10 кроликов и разводит 10 кроликов и заодно зрителей. Кто-то завел 10 коров, и ему все делают, а он показывает, делает вид, что он сам делает. Мы все честно, без обмана. Да, уже появились помощники. Да, первый год мы работали сами. Да, есть сейчас пару помощников. И как бы я рад и благодарен что он, им, что вообще пошли дела быстрее. Да, нам дарят подарки, мы их не просим, но нам дарят их, и мы с благодарностью их принимаем. В общем, все, вот и видосик.
Спасибо большое. Все. Всех любим, целуем. Всем пока. Пока-пока. Да, вот сейчас читаем комментарии. У нас есть такие разделы, комментарии. Вот. И есть раздел на рассмотрение спамы и обычные. Вот, и как бы если... Вот часто просто попадают комментарии такие, что мы их удаляем. Народ, если оскорбляющее слово, мы даже их не удаляем. Они сами попадают в раздел спамы на рассмотрение. Если вы отправили, например, 5, например, 3 даже одинаковое сообщение, то есть вы многие просто рекламируют свой канал. Они отправляют его всем подряд и думают, что его видно. Нет. Если вы другим на всех своих каналах будете, свой канал будете рекламировать всем блогерам, оно автоматически попадает в спам. Так же самое, вот смотрите, вот слово хуторяне вот у нас, я не понимаю, почему YouTube так думает. Хуторяне, видишь, попал в спам, на рассмотрение. Здесь опять, привет, хуторяне, опять в спам. Вот слово хуторяне попадает в спам. Или вот, бедная овца, ни минуты покоя. То есть... Ютуб понимает, что слово овца оскорбительное, поэтому он его уже сразу в рассмотрение. А я уже если, например, написали Валя овца, ну прости, Валюш, то я, например, удаляю. Если бедная овца, ни минуты покоя, я восстанавливаю. То есть это вот все так работает. Тут не обязательно, если вы меня там как-то оскорбите и думаете, так, что это Дима сразу удалил. Оно автоматически удаляется Ютуба. Многие такие комментарии. Поэтому, как бы, если как-то заувалировано оскорбили, ну, туда, там уже надо, чтобы работал модератор, я сам или кто-то еще. Все, всем спокойной ночи. Слово хуторяне не пишите нам. Хуторяне всегда в спаме. Уже надоело выводить это хуторяне. Не знаю почему. Может, подслушал слово хуй, я не знаю почему. Оно все время в хуторяне, почему-то всегда на рассмотрении в спаме.